Всем привет! Если вы смотрите мой канал, то, вероятно, тема Варкрафта вам интересна. Ну и почти наверняка вы играете в WoW. Однако, как хорошо вы знаете и понимаете историю мира, в котором происходит действие этой игры. Как возникли те или иные расы, что их связывает? Откуда появились древние боги? А что если бы ответы на все эти вопросы были в одном месте, в удобной и читабельной форме? Сразу к делу. Используя информацию по истории мира Варкрафта с сайта DemiLich, я создал по сути электронную книгу в формате FB2. Книга имеет обложку, оглавление и оригинальные иллюстрации с исходного портала. Несмотря на то, что сама история довольно краткая, общий объем ее колоссальный – около 1300 страниц в формате А4 или более 600 тысяч слов. Поэтому, если читать с самого начала, то данного чтива вам надолго хватит. Что еще удобно, последние главы как раз разделены по дополнениям WoW, ведь актуальный лор в первую очередь мы берем оттуда. Сразу хочу отметить, данный текст трудно назвать художественной литературой. По стилистике это скорее ближе к энциклопедии. Ну а если хочется чего-то более художественного и фэнтезийного, то тогда следует читать официальную литературу по Варкрафту. Здесь же описана именно общая концепция мира WoW, ну плюс краткий пересказ всех произошедших в нем событий. Лично я сильно вникал в свое время в лор игры, особенно во времена Варкрафта 3, а в WoW я пропустил аж целых 2 дополнения, поэтому образовался определенный пробел. Прочитав всего пару глав этой книги, многое встало на свои места. Честно говоря, я даже не исследовал, а есть ли уже аналоги того, что сделал я. Но, надеюсь, в любом случае результаты моего скромного труда будут вам полезны. Ну и, конечно же, самое главное спасибо сайту DemiLich. Ссылку на скачивание книги я оставлю в описании.